Всем привет! Сегодня хочу показать, как с одного клубка вязать в 2, в 3, может даже и в 4 нити. Итак, Alize Lana Gold, она довольно-таки тонкая пряжа, в 100 граммах у нее 800 метров, и поэтому всегда вязальщицы с такой пряжи вяжут в 2, в 3 и также несколько нитей. Итак, а первая нитка у нас вот она здесь находится, а другая у нас вот тут серединки. Мы вытаскиваем вот эти ниточки, да, оно может вот так спутано быть. Ну ничего страшного, это все легко. Смотрите, девочки, как легко распутывается. Это ничего страшного в этом нету. Тяните вот так, и она вся вот так распутывается. Без всяких проблем. Видите, я при вас уже быстренько это все размотала. И вот у вас одна нитка с этой стороны, другая нитка с этой стороны. И вы можете спокойно с этих двух ниточек вязать. Как нам вязать три нити? Эта нитка остается. Эту нитку складываем пополам. Еще раз пополам. Вот. У нас получается три нити. Так, пополам, пополам. У нас получается три нити. Мы начинаем вязать. Вот мы вяжем. И у нас заканчивается нитка. Мы в эту петелечку просовываем вот эту ниточку. Вот. Всовываем эту ниточку, и вуаля, у нас три нитки, и мы дальше продолжаем вязать, и нету у нас никаких узелочков. Как вяжем 4 нити? 4 нитки мы складываем пополам. Снова же пополам. Еще раз. Вот у нас три нитки. Берем второй конец нитки, который мы с середины вытаскивали. Складываем. И у нас четыре нитки. Мы начинаем вязать. Ну, это спицами, крючком, неважно чем. Мы начинаем вязать. Вот мы довязали до петелечки, мы одну нитку берем и протягиваем в петельку, вытягиваем петелечку, и вот у нас 4 нитки, и ничего не надо, никаких узелков. Вот. Вот так мы вяжем в 3, 2 и в 4 нити. Пробуйте, девочки, вяжите, и у вас обязательно все получится. Ставьте лайки под видео.